И о спорте. Жанат Джакиянов вернулся в Петропавловск. Встречали чемпиона мира по версиям WBA, Супер и IBO в легчайшем весе в школе бокса имени Камиля Сафина. Наша съемочная группа тоже приняла участие в торжестве. В школе бокса отрабатывают технику и силу удара. Тренер показывает, как занять стойку и правильно двигаться. Первый джеб снизу, боковой. Понятно, да? Все, поехали. Тренировка прервется только для встречи с Жанатом Джакияновым. Воспитанники школы волнуются в зале, он появится с минуты на минуту. Он стал чемпионом, и это послужило примером для всех нас, чтобы стать прогрессивными спортсменами Республики Казахстан. Также пожелать хочу ему в будущем больших успехов и достижений. Встретить чемпиона мира по версиям WBA, Супер и IBO в легчайшем весе пригласили гостей. С нетерпением ждет возвращения сына и его мама Нуржамиля Джакиянова. Рядом супруга и дочь. Бой очень был тяжелый, но я не смотрела в этот раз. Каждый бой всегда не пропускала, смотрела сама. За сына, конечно, переживала очень. Поздравляю с победой. Пускай, как говорится, это не последняя победа, пускай добивается своего. Встречают североказахстанского боксера торжественно, с плакатами и цветами. Жанат Джакиянов в очередной раз прославил Казахстан на мировом ринге. С блестящей победой его поздравила и заместитель акима области Анархан Дюсенова. Североказахстанец забрал 2 пояса у американского спортсмена Роуши Уоррена. Матч проходил 11 февраля в городе Толедо. Бой был тяжелым, вспоминает Жанат. Поединок начался для него неудачно. Соперник дважды отправил его в нокдаун. Но после наш боксер удивил не только соперника, но и зрителей. Длился бой 12 раундов и завершился в пользу Жаната. По тактике боя планировали. Основная, конечно, это прессинг, потому что на дистанции с ним работать он все равно меня обыграл. Он быстрее. Первый до третьего раунда присмотреться к нему. Ну, так получилось, что первый раунд начал присматриваться и пропустил 2 нокдаунта. И сразу перешли на первую, которую я на основную работу. Основная – это чисто прессинг. И с основной работой мне удалось навязать свой бокс и одолеть. В своей профессиональной карьере на мировой арене Жанат участвовал в 28 боях, 27 из которых завершились победой. Денис Сивков, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.